Ты видел, как они бьют? Нет, я видел. Друзья, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. И мы двигаемся на коп. Впереди нас мустанги дикие. Они ведут нас к хуторам. Немецкие хутора. Едем с ночевкой, друзья. Дело не шуточное. Коллектив не маленький, 3 человека. Я Павел Рыбакоп, Тимур и дядя Коля. Копаю с Делос. Вон она, банда сидит. 100 километров преодолели от дома. Надеюсь, будет интересно. Не переключайтесь. Психиатр остался дома. Даю 100%. Большинство из вас и не знает, что это ягода. А называется она физалис. Она очень интересная. Коль, можешь раскрыть одну, да, показать? Вот такие ягодки. Это декоративные. Маленький помидорчик такой. Маленький помидорчик, она сладкая, красивая. Ей декорируют блюда. Ребята, это кайф. Посмотрите, сколько ее здесь. Вы знали, что такая ягода? Она даже в сетях продается. Мы наберем на рассаду ее и посадим потом дома. Ну что, ребят, вот тут вот такой парковый лес, скажем. Здесь дом стоял большой, а поле интересное. Посмотрите, здесь была стерня, но она сгорела. Просто вот эти вот колоски все сгоревшие, черные. Вон, видите, при доме камни вон валяются. Ну, будем шариться здесь, в общем, ребят. Мы здесь с ночевкой. Тимур будет профессиональное блюдо готовить. Ребята, первым сигналом зацепляю такую находку. Навскидку. Я не вижу никаких клейм. Может, это с весами связано как-то? Типа навесная гирька такая, фиг его знает. Как вы думаете? Потом почистим, посмотрим на предмет клей. Друзья, вторым сигналом что-то интересное выскакивает. Смотрите. Опачки. Опа. Что за накладка такая? Интересно. Пуговка была лысая. И рядом дозвонил еще. Смотрите, вот такой вот зацеп по Первой мировой с короной. Друзья, здесь никто не ходил до нас. Покопов ноль. Красота. Всегда, когда они попадаются, заставляют чуть-чуть содрогаться сердце. Да, друзья, это всего лишь 50 алюминиевых пфенигов. Неплохой сохранчик. Да, нам надо серебро. Ребят, ну вот несколько секунд. Несколько секунд, и моя просьба удовлетворена. Дедушкой. Полмарочки. 1909 год. Приятно. Это приятно, ребята. Тимур кричит, что нашел что-то по окопному творчеству. Идем смотреть, ребят. Что-то было. Привет от осы. Цветочек вот так шел. Ну, что-то было интересное, да? Да, какая-то плакеточка была. Молодец, Тимур. Ребята, у нас, как всегда, рожки сточенные такие. Бах, бах. Красота. Из такого уже поделки можно делать. Только в путь. Бродим дальше. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно.
Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. На глубине сибирских калининградских руд. Опа. Вот такое весло попадается. Она же ложка. Жаль, не серебро. Тоже находка, ребята. Тоже находка. Было бы серебряное, конечно, я бы был в восторге. Но жаловаться грех, потому что находок немало. Так, ну что у нас? Представитель солдатского направления. Дяденька. Что за каска у него? Рогач, что ли? Не пойму. Причем уже без ноги. В возрасте мужчина. Набор к зацепу первушному. Пуговка подоспела, ребят. Такая с короной, цинковая красава. Ну вот, значок. Ребят, мы обедать собираемся. Дядя Коля Робин Гуд показывает свои находочки за несколько часов. Это английский вор, а я потомственный индеец из североамериканцев. Посмотрите, значок такой взял. Это, по-моему, день полиции или что-то такое. Я вообще не в теме. Тут конинка. Свининка. Свинятина. Фенинги. Пфениги. Шпильмарки. Игровые дела. Коля ж игровой у нас, да, по-моему? Да, да, да. Я так играю, не играю, вот так вот. Как по настроению. А как у Тимура настроение? Сейчас нет, тоже нет. Что-то покажет. Если Коля уберет с лопаты свое добро, давай, я высыплю. Давай, я сейчас... Друзья, не переключайтесь, потому что это только полуденные итоги у нас. Мы сейчас перекусим Ролтона, как обычно, и продолжим наши поиски. Тимур вон цветняшку валит. Конские вопросы. Здесь... Так, где он? Сгоревший Первомай, похоже. Ну и так вот, всякая фенинговая индустрия. Ну и у меня вон всякая тоже. Хламина всякая. Интересная. 50 фенингов. Где? Серебряная. Видел. Я тоже находил. У меня парочка дома есть. Была. Кушаем, друзья, и продолжаем. И продолжаем наши приключения. Спасибо, Господь, за то, что ты нам дал хлеб. Да, смотрите, ребята, какой лес красивый. Какие краски. Просто красота. Да, у Тимура вон сигнал был. И посмотрите, кусок серебра, явно кольцо было. Он говорит, вроде больше ничего там не звенит в ямке. Сейчас рядом посмотрит, может, что и будет, да, Тимур? Какая-то пуговка фигурная вылетает. Похоже, какие-то вставки были, камешки. Что там за мотивы такие, инсинуации. Ой, дождик пошел. Так, дальше какая-то, я бы сказал, AirPods восточно-прусский, наверное, скорее всего. Фион, что такое? Сплав какой-то неоднородный, непонятный. Не знаю, что это. Тут вот дом тоже в травке был, уже не на поле. На обочине. И сигнал. И вот такая гиря в коллекцию уходит. Наверное, грамм 300. Перешли в лесок. Вон впереди бугор. Это фундамент. И здесь такая аллея. И вот Коля стоит на дороге. Ловит сигналы. А здесь какой-то ров. Здесь, по всей видимости, пруд был. Походим, побродим. Пришел Коле помогать. Да, золотой помощник. Ну, короче, сигнал уже, ну, грубо, два штыка лопаты. И вот
какая-то цветная латунная поверхность показалась. Надо аккуратно, может, что и интересно. Ребят, крышка от часов просто-напросто обычная латунная. И более... Сколько трудов, блин, напрасных. Вдоль аллеи. И вот такая пуговка с орлом. Орел на польского похож. Цинк. О! Тут речушка небольшая течет, ребят. А на той стороне, вон, смотрите, стена осталась. Что там было? То ли мельница какая-то, то ли еще что-то при реке. Непонятно. Но мы туда не дойдем. Николай пуговицу гигант с короной вытащил. Гушка, было тут оно вообще или нет? А, ну есть такое вон маленькое там с продевочками. И вот этот жетончик интересный. Я не смог нормально, правильно прочитать, как он. Ну, верс марк. Марки. Что такое верс? Не знаю, это переводить надо. На 10 килограмм. Жетон какой-то. Ну да, жетончик. Это уже ни разу не попадался. Такой. Ну да, такой формат от 10 фенинговика. Да. Зачет. Я ж поначалу, блин, думаю, 10 копеечек, да откуда вообще тут. Ребята, кажется, что-то по инопланетным вопросам. Посмотрите. Что за язык, вообще непонятно. Похож на индийский, конечно. Да. Трудно сказать. Офигеть. Ребят, ну вот так вот получилось. Целый день проходили. Вот такой вот шмурдос. Я думаю, это немало, но из интересного. Вот. Одна, вторая марки. Ну и всякие другие безделушки, собственно говоря. Вот это тоже непонятно. Гирька или какая-то пробка-затычка. Чего знает. AirPods восточно-прусский. Ну и всякое с монетами. Монеты разные в изобилии. И цветняшки. Там, вон там что лежит? Не, мне какой-нибудь, у тебя много ножей, какой-нибудь маленький. А, вообще? Ну такой, картошку почистить, перчик порезать. Костер подали для повара. Тимур, скажи, что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить восточно-прусский кебаб казан. Ну что, первый заброс пошел или да. Что? Кабзайский кебаб из ингредиентов. Морковь, лук. Зашкварчало масло. Вводим. Успокойтесь, сам ребята. Минимум не проходился. Это природа. У Тимура медицинская книжка есть. Да это понятно. Ну, в Китае дали. Она и у меня есть. Я даже шапочку проходил. Ну, шапочку это потому, что тебе за 50. Слабоумием страдаю, да? Нет, это энцефалограмма или как она называется? Ее проходит, чтобы выявить склонных к это, ну... Психопатии? Ну, чтобы, блядь, ничего не накосячили в магазине. Колян у нас по рыбе чисто. Коля, что за рыба? Это, блин, зубатка. Зубатка хорошая. Филе зубатки. Супер. Ну, а мы с Тимуром что, шурпишки нальем себе маленько? Тох-то, кельмене. Ой, красота, да. Фрикаделька, да. Хабзайская. Вообще супер. Хватит, Паша. Хорош? Да. Ну и я себе вот так вот налил. Вау. Красота, друзья. Отдыхаем. Ну что, вот забрал у ювелира кольцо. Говорит, что намучился с ним. Конечно, пришлось нагревать, чтобы выпрямить. Ну, говорит, металл уставший. Здесь шинку пришлось накладывать. Видите, микротрещины все равно есть. Но настолько, насколько возможно, он свою работу выполнил. К примеру, как-то так.